Отличники учебы, победители олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований, волонтеры масштабных мероприятий мирового уровня – все это о студентах Сочинского института Российского университета дружбы народов. В конференц-зале РУДН выпускники в традиционных академических мантиях и конфедератках получают заветные дипломы о высшем образовании. Сегодня вы выпуск в честь 20-летия и 75-летия нашего учебного заведения. Вы представляете многонациональную, не только Российскую Федерацию. Российский университет дружбы народов выпускает студентов из 154 стран мира. С дипломами в руках студенты появляются в летнем театре. Там установлена сцена с большим экраном. По красной ковровой дорожке студенты, которые учились в РУДН по программе среднего профессионального образования, это повара, дизайнеры, техники-технологи, учителя физкультуры, бухгалтеры и программисты, спешат за главным документом. Данные знания, которые я получил, полностью оправдывают мои ожидания. Я продолжаю здесь учиться на заочном. Также совмещаю это с работой уже по специальности, можно сказать. Так что вот видите, эти знания прямо пригодились мне. Праздничная церемония вручения дипломов превратилась в грандиозный перформанс под открытым небом. Кстати, эффектно оформить пространство и создать атмосферу праздника помогли сами выпускники, которые талантливы во всем. За активное участие в жизни вуза и города лучшие студенты РУДН и их родители получили почетные грамоты и благодарственные письма. РУДН дал огромную возможность. Я всегда с теплотой на душе буду вспоминать эти 4 года, как наш факультет, так и весь университет в целом. Спасибо РУДН. Но я люблю РУДН и нашу планету. Этот праздник они точно запомнят надолго. Всего же дипломы о высшем и среднем профессиональном образовании в этот день получили более 700 студентов. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.